Формикарий отдыхает. Как оно там внутри. В общем, убрала камень. А здесь вот такая красота. Вот они сейчас быстро начинают прятать свои яйца. Маленькие вредители. Даже бедную букашку туда затащили. Представляете? Ну, засранцы какие. Туннели, ходов таких понаделали. Ну, как они быстро яйца свои прячут. Мгновенно причем. Знаешь, что делает? За какие-то считанные секунды они все яйца спрятали. Вообще, здесь вот еще остались. Но вот они вот тут в этот вот домик их тащат. Забивают битком где-то туннели у них. Видите? Вот сюда вот не никак пролезть не может птичка. Видите, как они тут быстренько три-та-та. Всех своих детеныши поуносили. Целый город под землей. Да, вот если стекло прислонить, и будет красота. Будут они тут жить, обитать. И растения портить. Эх, вредители маленькие. Красивые, интересные, но вредители. Жалко. Бог создал такую тварину. А ведь они тоже что-то уничтожают, что-то делают полезное. Но для сада, огорода маленькие паразиты. А хороши-то как. И работники. Очень быстро все. Трить-трить-трить. Здесь уже практически ничего не осталось. Ну что? Вот такая красота. Очередной поднявший камень показал нам очередную красоту. Вот они, красавцы, будущие маленькие разбойники. Вот они, красавчики, три-три-три сразу. Вот. Между прочим, хорошая приманка для рыбаков. Рыбаки любят такое, только покрупнее. Видите, ходы-то у них какие. Ай-яй. Ну, а мне-то тут надо альпийскую горку делать.